Привет, ребята! Привет, Баку! Привет, Адельфи! Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать вам всего-всего самого хорошего, чтобы все ваши мечты сбывались в Новом году, чтобы все у вас получалось, как говорится, чтобы были вы счастливы, чтобы все у вас было хорошо, самое главное. Ну и, конечно, вам всем здоровья, 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 победы нашему любимому клубу побольше, чтобы они нас радовали. И всего-всего вам самого хорошего. Еще раз наступающим вас с Новым годом. Шмаров Валерий из Москвы. Дальше Баку. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и удачи в наступающем году. Самого лучшего для вас и для вашей семьи. И, конечно же, продолжайте поддерживать Спартак. Я поздравляю с Новым годом всех болельщиков моего любимого футбольного клуба «Спартак Москва». Поздравляю фан-клуб «Адельфи» с Новым годом. Желаю всего самого хорошего в Новый год со «Спартаком». Только победа, только «Спартак». Ура! Всем привет! Я поздравляю всех болельщиков «Спартака» с новым наступающим 2021 годом. Надеюсь, он будет не таким трудным, как предыдущий. И, конечно, хочется верить, несмотря на странное окончание 2020 года, что «Спартак» будет чемпионом, что не будет никаких скандалов, раскачек, что ребята будут спокойны и здорово играть, займут достойное место. Мы все, конечно, надеемся на первое. Шансы есть. Предпосылки есть, мы в тройке, год немножечко в конце смазан, но в целом весьма позитивный по игре, как по мне. Поэтому желаю всем нам удачи и нового шикарного чемпионского 2021 года. Пока! Спартак чемпион! Привет! Happy New Year! I wish you all the best! Адельфи Баку! Вперед, Спартак! Друзья, Адельфи Баку! Я Алексей Зуев. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, добра, здоровья вам и вашим семьям. Несмотря ни на что, поддерживайте наш великий и могучий. Вперед, Спартак! Адельфия Баку, с Новым годом, красно-белый. Желаю вам счастья и здоровья в 2021 году. Адельфия Баку, приветствую. Хочу вас поздравить всех с Новым годом. Пожелать вам самых лучших эмоций, самое главное — здоровье. Еще самое, что важно, продолжайте нас поддерживать, мы это очень ценим. И огромное спасибо за поддержку в старом году. Вот. Вперед, Спартак! Адельфия Баку, поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья, самое главное — здоровья и больших успехов в начинаниях. Дорогие красно-белые болельщики из Баку, поздравляю вас с наступающим Новым годом, счастья вам, здоровья и успехов. Болейте за Спартак, красно-белый вперед, один за всех и все за одного. Привет, красно-белая семья, с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в этом новом году все было благополучно, чтобы все были здоровы и радовались успехам нашей команды. Давайте, ребята, красно-белые вперед. С Новым годом! Адельфия Баку, всем привет. Поздравляю всех подписчиков с наступающим Новым годом. Желаю самое главное — крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались и все, что вы задумали, исполнилось в 2021 году. Адельфия Баку, это я, Андрей Ещенко, футболист московского «Спартака». С наступающим Новым годом! Всех благ, здоровья, самое главное в это непростое время. И чтобы все наши мечты сбылись. Так что дальше топим за «Спартак». Всех благ!